Знакомимся с интерактивным средством. Несколько вариантов ответа. Ну, короче говоря, тестирование. Открываем коллекцию интерактивных средств. Находим несколько вариантов ответа. Извлекаем это средство. И, глядя на него, понимаем, что, в принципе, все очень просто. Правда? Здесь будет появляться какой-то вопрос. К нему предложено 4 варианта ответа. Нужно определить, какой правильный, и щелкнуть по нему. После этого появится следующий вопрос. И так далее, и так далее, и так далее. В конце появится итоговый результат. Но для того, чтобы все это происходило, нужно перейти в режим редактирования, внести формулировки вопросов и варианты ответов. Итак, переходим к редактированию, нажав кнопку «Правка». Вопрос мы будем вводить вот в это поле. Варианты ответов мы будем вносить вот в это поле, а здесь указывать, какой вариант правильный. Но прежде чем всем этим заниматься, давайте зададим количество вопросов. Видим, что максимально возможное количество, их 10. Нам столько не нужно, давайте ограничимся 2. Итак, первый вопрос. Я буду выбирать их на сей раз из области информатики. Устройство ввода информации. Задам варианты ответов. Пусть ответ А будет монитор. Пусть ответ Б будет сканер. Пусть ответ В будет принтер. И пусть ответ Г будет звуковые колонки. Ну, давайте прикинем. Устройство ввода информации. Понятно, что при помощи монитора информацию не введешь, как и при помощи принтера и звуковых колонок. А вот при помощи сканера можно. Значит, правильный ответ будет Б, и этот факт мы укажем. Итак, для первого вопроса правильный ответ будет Б. Переходим к редактированию второго вопроса. Устройство вывода информации. Здесь варианты ответов возьмем. Мышка. Клавиатура. Принтер. И сканер. Ну, здраво поразмыслив, приходим к выводу, что вывести информацию, ну, например, напечатать ее на бумажке, поможет нам принтер. То есть правильный ответ в данном случае будет ответ В. Если бы были еще вопросы, мы продолжили бы работу с ними, но пока у нас все готово, мы щелкаем ОК и можем приступить к работе с данным тестом. Устройство ввода информации. Если мы выберем принтер, красный крестик покажет, что мы не правы. Сканер – да. Щелкаем. Следующий. Появляется второй вопрос. Устройство вывода информации. Принтер. Все верно. Поскольку больше вопросов нету, нам осталось щелкнуть кнопку «Готово» и посмотреть итоговый результат. Итак, с первой попытки мы правильно ответили лишь на один вопрос. Поэтому наш результат 50%, оценка 3, и при всем при этом отличная работа и отличные успехи, если бы так было всегда.